Только 8% умников могут успешно пройти этот тест. Что нужно, чтобы зваться гением? Ум яркий настолько, чтобы осветить темную улицу, и крайняя внимательность к деталям. Хорошая новость в том, что можно натренировать обе способности. У Адми есть 16 пар картинок, которые для большинства людей в мире выглядят идентично, но на самом деле в них есть небольшие различия, заметить которые могут только люди с острым зрением. Проверьте себя и устройте качественную тренировку своему мозгу. Если вам удастся найти все отличия, вы можете с гордостью называть себя уникальным человеком. Номер 16. Рождение Венеры. Сложно найти человека, который никогда не видел эту невероятно известную картину Сандро Боттичелли. Но намного проще найти человека, который не сможет найти три отличия между оригиналом и слегка отредактированной версией. Вы будете этим человеком или сможете найти все отличия? Давайте проверим. У вас 30 секунд. Помните, когда дело идет об искусстве, даже маленький мазок может выделить настоящего художника. Обратите внимание на малейшие детали. Осталось 10 секунд. Время вышло. А теперь посмотрим на отличия между шедевром и его ремейком. Прежде всего, у бога ветра Зефира, да, тот самый парень слева, недостает одного пальца на второй картине. Что касается красиво падающих цветов, то на копии один лишний. Наконец, тут три камышовые верхушки вместо двух, как в оригинале. Сложно? Ну, это было только начало. Номер 15. Эйфелева башня. Мы увидели одну из самых известных картин мира, пришло время для не менее известной достопримечательности. У вас будет 30 секунд, чтобы найти 4 отличия между двумя Эйфелевыми башнями. Отсчет начинается прямо сейчас. Париж, город любви, моды и огней. Ладно, не отвлекайтесь, сосредоточьтесь. У вас 10 секунд, чтобы найти все отличия. Готовы увидеть ответ? Или вы нашли все отличия и он вам не нужен? Не волнуйтесь, вот он. Давайте выделим отличия. Во-первых, статуи лошадей на второй картинке поменялись местами. Тому прохожему в нижнем левом углу не хватает компании. И в этом бесконечном ряду уличных фонарей слева есть один лишний. Номер 14. Красавица и чудовище. Вам понравилась Эмма Уотсон в «Красавице и чудовище»? В любом случае, вам придется еще раз посмотреть на ее игру, даже если это всего лишь картинка. Между картинами есть три отличия, которые вам нужно найти. И вот 30 секунд на задание. Сказка о любви, древняя как жизнь. Надеемся, эта мелодия поможет вам найти отличия. Пять, четыре, три, две, одна. Время вышло. А теперь посмотрим, чем отличаются эти две картинки. На втором фото у Бель волшебным образом появился маникюр. И ее волосы тоже выглядят иначе, даже если это всего лишь одна прядь. Третье отличие – украшение на стене справа. Да, в этом тесте важна каждая деталь. Вы нашли их все? Жмите лайк, если да, чтобы мы были в курсе. Номер 13. Карусель. Когда вы в последний раз катались на карусели? Давно. И вы, скорее всего, наслаждались аттракционом, так что не обратили пристального внимания на ее дизайн. Ну что ж, у вас есть шанс это сделать. И 30 секунд, чтобы найти три отличия в двух фотографиях. И они начинаются прямо сейчас.
лишь половина времени прошла. Если вы все еще ищете отличия и не можете найти, не паникуйте. Лошади, конечно, центр композиции, но неожиданные детали могут быть где угодно. Время вышло. Ладно, давайте посмотрим, чем отличается вторая картинка. Украшение в правом верхнем углу точно выглядит иначе, как и седло, которое сменило цвет. И все эти круги под лошадью. Один из них явно немного сместился и уменьшился. Номер 12. На пляже. Эти фотографии слишком сказочные. Все мы любим хороший отпуск на побережье. Если вы не наслаждаетесь им прямо сейчас, можно хотя бы на него посмотреть. Три отличия спрятаны где-то в этом чудесном пейзаже. Найдите их. Попытайтесь сфокусироваться на картинке независимо от того, насколько сильно вы хотите быть там. У вас осталось 10 секунд. Вы готовы перечислить отличия? Мы точно готовы. На фоне второй картинки есть лишняя гора, но нет мужчины в красных плавках, надеемся, он в порядке, и плаката на скале. Все равно его оттуда уже убрали, так что все окей. Номер 11. Помещение, залитое солнцем. Так много красоты и тайн может быть даже в самых обычных местах, как в этой небольшой залитой солнцем комнатке. Давайте посмотрим, сможете ли вы найти три вещи, которые отличаются на второй картинке. Как всегда, у вас 30 секунд на задание. Не дайте всем этим ярким краскам вас обмануть. Иногда малейшего движения достаточно, чтобы все изменить. Почти все, у вас осталось 10 секунд. Время раскрывать секреты. Цветочные горшки поменялись местами на второй картинке. Два отличия на два вазона. И этот маленький белый голубь, которого мы видим на первой картинке, наверняка расправил крылья и улетел, потому что на втором изображении его нет. Номер 10. Красочная архитектура. Это сооружение не выглядит как обычное городское здание, правда? Оно так напичкано деталями, что многим людям будет сложно найти два отличия между этими двумя картинками. А вы справитесь? Как вам граффити? Оно может помочь в нашем случае. Двадцать секунд прошло, а значит, время на исходе. Ну что, два отличия было найти проще, чем три? Не обязательно. Итак, на второй картинке нет одного светящегося элемента граффити и части орнамента справа. Вы нашли их? Номер 9. Верблюды. Спорим, эти двое самые красочные верблюды из всех, что вы видели. И у них есть два секрета, которые найдет только очень зоркий глаз. Это можете быть вы. У вас 30 секунд на задание, приготовьтесь. Вы на полпути к финишу. Не паникуйте, у вас есть шанс найти отличие, если вы еще не справились. Если вы обратили внимание на все детали, которые верблюды могли вам предложить, вы, скорее всего, заметили, что цветок на шее верблюда выглядит иначе на второй картинке, как и узор на... на задней части. Номер 8. Бум!
Бам! Щелк! Вашему вниманию еще одна графическая картинка. Тут важно все. Каждый мазок, каждый маленький предмет, каждое слово. Найдите 4 отличия в изображениях за полминуты. Вперед! Десять секунд осталось. Помните, что мы говорили вам о важности каждой детали? Время вышло. Итак, вы увидели, что две желтые звезды поменялись местами. А то, что исчезла белая звезда справа, а превратившаяся из белого в красное – облако мыслей. Тогда вы нашли все. Номер 7. Фрукты. Природа обеспечивает нас натуральными источниками витаминов, а в этом случае еще и пищей для ума. Сможете найти здесь 3 отличия. Ваше время пошло. Вы на полпути. Помните, что все кажется невозможным, пока не закончишь. Время вышло. Вы увидели, что не так с папайями, бананами и прочим. Тогда делитесь ответами в комментариях. Да, мы не будем объяснять эту картинку. Мы дадим вам еще один шанс сделать это самим. Номер 6. Тигры. Эти дикие кошки выглядят так, будто они что-то скрывают. Это 3 отличия, конечно же. Найдите их, чтобы осчастливить тигров. Ваши 30 секунд на задание начались. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, две, одна, и время вышло. Кажется, у одного тигра появилась лишняя полоска, а другой потерял ее на второй картинке. А еще того камня сзади точно тут не было. Номер 5. Попугай. Если вам удалось раскрыть секрет тигров, с попугаями справиться будет намного проще. Или нет? Эти две картинки могут выглядеть идентично, но на них спрятаны 3 отличия, которые ждут, чтобы их нашли. Полминуты и хорошая концентрация помогут вам в этом. Читайте между строк и смотрите мимо того, что в центре. У вас осталось на это 15 секунд. Готовы увидеть объяснение? На второй картинке с двух сторон есть лишние точки. Красная слева и зеленая справа. И лишняя тень на дереве прямо под красным попугаем. Номер 4. Улыбающиеся девушки. Улыбки этих красавиц станут еще ярче, если вам удастся найти 3 отличия между двумя их фотографиями. 30 секунд почти начались, приготовьтесь! Выглядит сложно, правда? Вот подсказка. Девушки любят детали и уделяют кучу внимания своему стилю. Десять секунд до конца. И время вышло.
Три отличия и правда существуют, даже если их очень сложно найти. На второй картинке цветы на головах девушек подверглись изменениям. Оба. А еще эта черная лямка выглядит иначе, правда? Эти задания входят в наш топ-3. Вы готовы к испытанию? Сосредоточьтесь на победе. Поехали! Номер 3. Коты. Вот стартовый набор кошатницы. 4 кота ждут, когда вы найдете между двумя их картинками 3 отличия. Вперед! 4 кота, 3 отличия. Значит, хотя бы один котенок остался нетронутым. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, две, одна. Время вышло. Итак, у светло-коричневого кота появились брови и лишний ус на второй картинке, а у рыжего кота на хвосте лишняя полоска. Номер 2. Узел. Мы не уверены в том, что происходит на этих картинках, но точно знаем, что тут спрятаны 4 отличия. На старт, внимание, найдите их! Часики тикают, но у вас все еще есть 15 секунд. На второй картинке изменилась только девушка, а еще точнее ее костюм. Ее серьги выглядят иначе, как и браслет. Узор на рукаве изменил рисунок, а еще она где-то потеряла часть кисточек. Номер 1. Спортсменка. Девушка точно выглядит спортивно, и она привлекла внимание парня сзади. Он наверняка не заметит никаких изменений в ее образе, потому что наслаждается картиной в целом. Но вы ведь сможете это сделать. На этот раз всего одно отличие и привычные 30 секунд на его поиск. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, две, одна, и мы закончили. Итак, вы можете назвать отличие. Все дело в сережках. Да, у девушки появилась сережка, которой не было на первой картинке. Вам удалось найти все отличия в картинках. Даже если вы справились с большинством из них, вы заслуживаете аплодисментов стоя. Если этот тест показался вам интересным и сложным, поставьте видео лайк. Делитесь им с друзьями, чтобы узнать, кто внимательнее к деталям. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы оставаться на яркой стороне.